Житель Самары Иван Бондарев со своей маленькой дочкой теперь ходит на прогулку с гораздо большим удовольствием. Во дворе дома 327 по проспекту Кирова появилась новая современная детская игровая площадка благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Естественно, довольны. Представьте, здесь у нас ничего не было, просто земля, пустырь, грубо говоря. А сейчас площадка, и тут и с детьми приходят, и так он, рядом школа, школьники после школы заходят, тут играют. Спортсмены стали появляться. Так что все замечательно стало. Еще совсем недавно вместо новеньких горок и качелей здесь был пустырь, поэтому жители приняли решение поучаствовать в программе «Комфортная городская среда». Людей поддержали и депутаты, и руководство администрации Кировского района Самары. Жители сами предложили варианты, они выбрали для себя оборудование, которое мы с учетом их предложений здесь установили. Детская площадка, она уже введена в эксплуатацию. Жители, по крайней мере, довольны тем, что у них двор стал благоустроенным. Только в Кировском районе областного центра в 2022 году по программе «Комфортная городская среда» было благоустроено 7 территорий. То есть построены игровые площадки, организованы парковочные места, заасфальтированы тротуары. Все работы жестко контролировались на соответствие качеству и характеристикам оборудования и стройматериалов. Кроме того, инициативные проекты реализуются еще по губернаторскому проекту содействия и конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». Основной приоритет у нас и по комплексному благоустройству дворовых территорий, но и большое внимание мы уделяем соцобъектам, то есть дорога к школе – это у нас тоже один из приоритетов. Мы в этом году благоустроили несколько таких территорий. Сейчас вот у нас еще инициативный проект реализуется. Около 32-й школы мы делаем тротуары, то есть детям обеспечили подходы к школе. По программе содействия в Кировском районе в этом году благоустроили 5 территорий. Также у 3 школ обновили проезды, парковки и тротуары. В следующем году в областном центре продолжат благоустраивать дворы жилых домов с учетом пожеланий горожан. Михаил Ермоленко, Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.